Да, Ирина, начну с того, что сначала день рождения Ленинского района отметили концертом в Дворце культуры «Россия». Ну а позже все гости переместились в сквер на Третьей Дачной, где обновили галерею почета. Любая организация района могла подать в администрацию заявку с именами тех, кто достоин попасть в списки счастливчиков. Мы открываем новую экспозицию галереи почета Ленинского района города Саратова. Сегодня самому молодому, перспективному и развивающему району 68 лет. Мы с вами очень молоды, но те дела, которые делали, золотой историей, строкой вписывается в историю нашего города. Из всех рассмотренных заявок выбрали 12 предприятий и 36 человек. Это школьники, ветераны Великой Отечественной, работники культуры, спорта, образования. В общем, все те, кто отличился в своей сфере. Я сначала даже не поверила и не поняла, о чем речь. А потом, когда вызвала к себе администрация, уточнила, что и как. Конечно, очень приятно. Это значит, что наш труд востребован, и что гордость берет какая-то и за себя, и за наше учреждение. Добавлю, что все отличившиеся получили специальные свидетельства о занесении на галерею почета. Кстати, их фотографии будут висеть там ровно год. Следующей осенью, в день рождения Ленинского района, их сменят уже другие. Ирина.